Очень сложно описать словами нежность. Это то, что невозможно передать. Это чувства переходят в бесконечность. Это хочется кому-то все отдать. Это хочется вот так, без объяснений, подарить частичку солнца и тепла. Это хочется, стоя в тиши за дверью, мыслью греть, не нарушая сна. Это хочется коснуться, не касаясь. Это хочется сказать, не говоря. Это хочется глазами, улыбаясь, посмотреть, чтобы в душе взошла заря. Это хочется понять без объяснений. Это хочется поверить без причин и заполнить пустоту, что от потери в душу свет пустить, ну, хоть на миг один. Это хочется по капле раствориться. Это хочется от боли оградить. Ну, а впрочем, я могу и ошибиться. Это просто невозможно объяснить.